Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 8 по 15 сентября. Что ж, поехали! За первое испытание можно получить 20 тысяч опыта и 20 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, необходимо просто закончить гонку на японской машине. Подойдет абсолютно любая. За второе испытание можно получить уже 95 тысяч опыта. Чтобы выполнить это испытание, необходимо получить 3 звезды за дрифт-зону. Ограничений на автомобиле нет, поэтому можно выбрать абсолютно любой. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, необходимо продемонстрировать технику дрифт 20 раз. Но вам для этого понадобится любой автомобиль марки Nissan. Ну и последнее испытание – это победить в чемпионате на автомобиле марки Nissan. Можно не искать существующий, а создать свой. Ну а приз за данное испытание – это автомобиль Nissan S15 с техникой на дрифт. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.